вы пошире улыбнитесь, на канал наш подпишитесь. В этом мастер-классе мы будем делать простую поделку, черепашку из бумаги, в основе которой лежит большой круг, разрезанный пополам. Для изготовления такой черепашки мы приготовили бумагу коричневого, желтого, зеленого и белого цвета, ножницы, фломастеры красного, черного и зеленого цвета, циркуль, клей. Сначала из коричневой бумаги нам нужно вырезать большой круг. В нашем случае мы подготовили заготовку, которая имеет около 20 сантиметров в диаметре. Теперь этот круг требуется согнуть пополам, после чего разрезаем его по намеченной линии сгиба. В итоге получаем две заготовки для будущей черепашки. Далее берем желтую бумагу, из нее вырезаем 4 заготовки для лап черепашки. На одну из коричневых половинок приклеиваем лапки. Также из желтой бумаги вырезаем хвостик и голову для черепашки. Приклеиваем их. Сверху приклеиваем вторую полукруглую заготовку, вырезанную из коричневой бумаги. Теперь лапки. Лапки отогнем на противоположную сторону. Далее займемся оформлением мордочки черепашки. Из белой бумаги вырезаем пару глаз, рисуем их черным фломастером и приклеиваем по бокам головы. Красным фломастером обозначим рот. Осталось оформить коричневый панцирь. Мы его украсим небольшими кружочками, вырезанными из зеленой бумаги. А зеленым фломастером обозначим кончики лапок. Наша черепашка из бумаги готова. Поделитесь нашими МК в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго, все ссылки под видео.